Не жалей, девчат, твое счастье, и дорога.
Ну что, спасибо, дорогие мои земляки, спасибо вам, дорогие гости, что нашли время в этот праздник прийти просто к нам на встречу для того, чтобы какую-то свою частичку маленькую души и всего остального вложить в то, чтобы храм наш стоял. Вот он стоял, век уже постоял, и еще, чтобы наша помощь была хоть чуть-чуть, но ощутимо. Спасибо вам чисто сердечное. Но сейчас мы будем петь веселые песни, поскольку праздник у нас не только в селе, вообще на земле. И люди должны веселиться, радоваться тому, что Христос воскрес. Дима-то жена в калаче, да? А Оля тут сидит.
Нет, ну это да не очень было. Ну это шутка, конечно, друзья мои. Итак, Машенька. Поехали. Аплодируйте, не стесняйтесь, и нам хорошо от этого будет, и вы ладошки погреете.